значит, меры должны быть усилены. Оно не может быть, что в марте 2020 года, что в марте 2022 года. Ситуация меняется. В мэрии города прошло заседание по принятию мер и правил на предприятиях в связи с коронавирусом. Первое. В обязательном порядке отстранять от работы лиц с повышенной температурой. Да. Организовать ежедневную санитарную обработку с использованием дезинфицирующих средств, дверных ручек, мест общего пользования и так далее. Да. Обеспечить регулярное каждые 2 часа проветривание рабочих помещений. Да. Обеспечить при возможности более свободную рассадку сотрудников кабинетов. Также присутствовавшие на собрании коммунальщики рассказали, какие меры были приняты, чтобы обезопасить распространение вируса на предприятии. У нас есть так называемый план перехода на особый режим работы. Мы его уже использовали, когда выявляли случаи заболевания в 2020 году, когда вводились карантины. Подготовлены места для проживания сотрудников непосредственно на предприятии, то есть производственный персонал будет переведен на двухнедельный режим работы, то есть будут располагаться на предприятии, но это, естественно, там, при определенном наборе, скажем так, условий и резкого подъема заболеваний. Было подмечено, что многие предприятия уже закупились экспресс-тестами и антисептиками. Случилось, нет уже.